Всем здорово, бойцы и зрители канала Валерки. Продолжаем проходить Final Resistance. Итак, нам теперь надо отправиться в отсек Q. Отсек Q. Так, там что это? Кто там? А, это антенна. Окей, антенна. Так, отсек П. Нет, нам не сюда. Погоди, отсек П. Чувак, че здесь стоишь? А? Чё ныкаемся? А? Чё ныкаемся? Чё ныкаемся? Слышь кого-то? Слышь? Ладно. Так, отсеку. Отсеку я сейчас что-то кому-то. Ладно, по-моему, он здесь. Так, а что у нас там за задание в отсеке в этом выполняется? Продержаться до тех пор, пока не будет понятно. Мы до сих пор продерживаемся. Проникнуть на подстанцию и изменить частоту с 10 ГГц до 20 ГГц. Во как! Во как! Ну вот он отсеку. О! Чё-то слюна не в то горло попала. Да? Говорит. Слюна не в то горло попала. Пьешь, да, что-нибудь и это. Покашлял. Ах, не в то горло попал. Нас ты еще и в два горла, да, херачишь. Ну ладно, ладно. Так, 10. 10. Надо до 20, короче. Давай нажмем извлечь регулятор. А, 0,8. Давай вставим регулятор. Ой! Ой! Ну, кстати, смотри, сколько регуляторов. Так, раз. 14. Извлечь регулятор. Погоди. 11. Сюда какой-то другой регулятор поставить надо. Давай. 23. На. Сейчас. 23 это много. Так. Ну-ка. 19. Ну, ладно. 19. Чё? В смысле? У нас два регулятора. 19. Нет. Погоди, может здесь? Красный. 19. Да задрал. А какой мы ставили красный? Давай вот этот. 15. Ну, нет. Слишком мало. Слишком мало. Нам это не пойдет. Так. 15, да? Что ты будешь делать-то? Может, красный сюда? Где? А, смотри, тут подписано. Ё-моё, чё это плюто? Регулятор 3. 5. 5. 18. Погоди, 18? Ага. 18. Так, давай-ка вот этот вытащим. Сколько? 0,3. Ни хрена себе. 0,3. 3 ГГц, 4 кГц, 5 кГц. Ну-ка, давай. Подойди-то. Пять кГц. 11. Сколько? 10. Вернулись на истоки. Ладно. Так, 1, 4, 3. Давай-ка, наверное, 4. 14, окей. 14. Погоди, а может здесь еще есть где-то какие-то кнопки? Нет? У нас только 3 штукенцы. Заберем. Так. Там 14, да? 14. 14. Давай вот это. 14. Так, 23. Нифига себе. Нифига себе. Да блин. А если мы вот это... 19. Так, ставим 1. Ставим 1. 1 килогерц. Так, 4, 1. Все отлично, все четко. Энергетические поля у нас готовы. Очередное безопасие. Очередное. Так. Слава богу, пришельцы отступают. В чем дело?
О, черт, снаружи осталось несколько наших ребят. Я пойду. Да ладно, я пойду. Это опасно. Но мы не можем их бросить. Вы же знаете, что с ними будет, если мы их не выручим. Пропустите его. Да заманал ты. Логин, ты чё? Почему ты пойдёшь? Почему ты пойдёшь? Почему ты вызвался, а? Герой Кубани, блин. Смотри, они тут вообще сидят, вон, блин, шашлыки жарят на костре. Чего? Убили кого-то? Продолжить сохранение. А, все, сохранка, отлично. Так, сохранится. Я понял. Так, дневник Картер. Случилось самое худшее. Пришельцы захватили Райли. Мы только собрались включить силовые поля, как Гришим заметил снаружи несколько мирных жителей. Райли решил их спасти. Мы пытались отговорить его от этой рискованной затеи. Да, пытались они. Что-то никак они вообще не пытались даже. Они просто сказали пропустить его и все. Пытались они. Да, сейчас. Это была ловушка. Как только Райли покинул базу, на него набросились пришельцы. Вскоре мы потеряли с ним всякую связь. Скорее всего, сейчас Райли уже в глубоком тылу противника. Полковник отказался признавать поражение. Он немедленно приказал подготовить челнок и собрался лично отправиться в цитадель пришельцев спасать Райли. Когда я сказал ему, что ситуация безнадежна, он обругал меня нецензурными словами, да? Последними словами. Он даже обвинил меня в пораженчестве. Перед тем, как отправиться, полковник передал мне все коды доступа. Похоже, он не рассчитывает вернуться. Ладно. Силы небесные. Матерь Божия. Что они с тобой сделали? Господи, это ты, Райли. Я вытащу тебя отсюда. Только бы ты остался прежним, Райли. Я вытащу тебя отсюда. Ты наша последняя надежда. Нет! Блин. Оскар этому чуваку, Оскар. Смотри, чё не... Ай, смотри, меня я теперь полупришелец. Нихера себе. Ва-т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 а. Оружия-то у меня нет. В смысле? А как? А чё? А где? А... О, пушка. Пушка. Отлично. Так, чуваки. Так, может, сдохнешь, а? Может, ты перестанешь прыгать и сдохнешь? Пожалуйста. Так, у меня этого защита-то нет. Где ты? Да ты, стрекозел! Задолбал прыгать. Отлично, готов. Здоровиться. Здоровье привалило. Так, окей. Видал, смотрите, что они со мной сделали. У меня теперь два глаза светятся, охереть. Какой-то чешуйчатый стал. Воу-в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 оу
пришел робот. Лови. Или кто это? Блин, труп не посмотреть, ладно. Так, окей. А, что за задание? Задание, наверное, покинуть склад, раздобыть оружие и средства связи. Я понял. Короче, знаете, фишка в этом, в Quake, помните, было в четвертом, по-моему? Тоже там пришельцы поймали, короче, главного героя и сделали из него полупришельца, короче. Оборудование найти. Не получилось свалить. Не получилось. Так, вы просто на корточках. Ладно. Я не могу понять, мы у нас Райли голый, или это просто костюм такой, или он реально в серых труселях просто бегает. Такой. А это его такая кожа непонятная. Так. Стоп. Стоп, 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 стоп. Так, это мы взорвали. И это мы сейчас взорвем. Только... О, отлично. Только хотел сказать, не двигайся. Так, а вот этих тварей... Смотри, они в защитных полях. Кажись...
Я сейчас спущусь, короче, и они живут. Так, я сюда запрыгну, залезу, нет? А, они уже все, смотри. Ну, держи, ладно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, один готов. У меня жизни-то вообще просто. В смысле? А чё не стреляет? Какого хрена? Я не могу двигаться. Прикинь. Вот это да. Вот это у них пушки. Я тоже такую хочу. Аптечка выпала из тебя? Ключ какой-то. Да блин, сколько вас там? Смотри, там наверху аптечка. Как мне туда забраться? Ладно, сохранки. Сохранки будем просто на издыхание проходить. Так. Ставить ключ. Ставить ключ какой у нас? Желтый. Отлично. Желтый. Нам теперь красный и синий надо еще раздобыть. Красный сюда еще. Это что, стена? Откуда она выросла? Ладно. Бог с ней. А, вот, смотри, желтый ключ вот туда надо поставить. Райли. Так. Да. Все, забрал. В смысле, блин? Ставить ключ. А, я его вообще в красный пихнул. Вон оно что. Так, ладно. Давай сюда. Я-то думаю, что за фигня. Так, снова туннельки всякие. Туннельки. Тут что у нас? Тут какой-то ключ тоже надо вставить. У нас нихера нет. Давай. Везде всякие ключи требуют. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот. Дверь закрыли. В смысле? Ого, ого. Ты где, блин? Меня убили. Вообще какая-то трешня творится здесь. Ладно, погнали. Так, стоп. Желтый ключ. Желтый ключ сюда. Блин, жизни-то нет. Окей. Короче, да опять убили, ну, как, а как здесь? У меня жизни вообще пипец какой-то. Аптечку какую-нибудь надо. Какой-то трэш. Ладно. Будем пытаться. Будем пытаться. Сейчас пробежимся, короче, по периметру и посмотрим аптечки. Может, они там есть. Блин, я не знаю, нам как бы как-нибудь. Так, свалил. Нужна аптечка. Капец, они просто херачат. Так, а куда я забрался? Ладно, сейчас этого чувака попробуем. Блин. Так, готов. Аптечка из него вывалилась? Нет. Хер. Блин, вот это там за углом стоит. Сдох. Аптечка из тебя вывалилась? Нет. Хрена с два, из него не... Еще живой? Да блин, твою мать, а! О, гребаное управление, а! Жопа кипит.
просто какое-то говнецо. Загнали все в какую-то жопу. Давай, беги! Что-то в этом месте он как-то вот замедленно, в слоумо двигается. Пошли в зад. Идите гуляйте. Не хочу с вами связываться. Но я думаю, мне придется все равно с ними связываться. Но надо для начала аптечек поднайти. Да в смысле? О, неужто? Твою мать, я задрал, ну! Так, а где еще? Блин. Я хер знает, как их проходить тут. Сдохни. Плазмомет. Да нахера мне твой сраный плазмомет? Убил. Убил. Не, плазмомет тема. Так, погоди, на кого надо прицелиться? А, ближе подойти. Ближе опасно. Убил, убил, отлично. Так. Вот эти вот штуки как бы как обойти. Как-то отключить надо, я не знаю. Давай. Ау. Лазерная пушка. Блин, лазерная пушка. Мне аптечку давай. А не лазерную пушку. Погоди, взял ключ. А там какой надо ключ ставить? А, я отключил, короче, да? Окей. Сюда какую, красную, нет? Нет. Погоди, а там... Там надо красный вставить ключ, кстати. Вот здесь. Давай сохранимся нахрен. Блин, жизнь вообще пипец. Вот здесь красный надо вставить. Да иди ты. А здесь фиолетовый, смотри. Надо какой-то. Давай здесь поп... Да блин, что двери-то закрываются опять, а? Откройся нахер. Сим-сим, откройся. Откройся, я говорю. В смысле? Он не будет открываться? Нам и снизу. Наверху мы там были, да, кстати? Пипец. Это нормально? Взял, закрыл мне дверь. Я, может, хочу это обойти. Так, ладно. Да блин, ты задрал. О бог ты мой. Это вообще просто какой-то трешняк. Это...
Наверное, самое запарное место в игре. Хотя, блин, если бы я жизни бы так вот не потратил, все было бы намного лучше, намного проще. Залезет? Нет, это не лестница. Это ни хрена не лестница. Так, окей. Давай, давай бежим сюда. Сюда мы не забегали. О, смотри. Здорово, чел. Не ждал меня здесь увидеть? Щит. Да нахера мне щит-то твой? Мне аптечка нужна. Погоди, а может вот этот ключ туда впихнуть можно? Отлично, точно. Так, аптечка пришельцев. Во-во-во-во-во-во-во, ништяк, 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 ништяк. Отлично. Секретик есть. Готово. Заберем. Фу-фу-фу, надо сохраниться. Надо сохраниться, короче. Теперь идем. Идем в бой. У нас есть. Так, погоди, у нас есть даже. Даже. А, ее нельзя использовать. Ну ладно. Еще одну найти и можно будет использовать. А... Так у нас хоть немного лучше со здоровьем. Ищи, в принципе, подобрали. Что тоже неплохо. Причем пушки всякие. Только в голову почему-то не умирает. Твою мать. Все отлично. Сдох. Сдох, отлично, отлично. Вот это уже другое дело, это уже мне нравится, это уже четко. Это уже четко. Че там прицел? Смотри, а, фиолетовый ключ, да. Мы, кстати, можем там открыть еще дверь с фиолетовым ключом. Давай туда отправимся, сбегаем. Так, вот сюда. Короче, у нас такая серия, вот мы туда-сюда бегаем. Но это нормально. Это реально нормально. С такой жопы выклупится. Так. Красный, вставим. Опять не в то горло, блин. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, ты смотри, пришельцев, аптечка, отлично, еще одна. Все четко, блин. Все четко, а здесь мне дверь. Смотри, дверь здесь откроют. А, фигушки, они закрыли опять дверь. Ублюдки. Надо все-таки там идти, проходить там. Но мы уже вооружились, короче. И у нас есть аптечка инопланетная. Есть жизни. Почти половинка. Так что сейчас мы их всех укокошим. Сейчас мы их всех сделаем.
Блин, сделали из Израиля, сделали инопланетянин, но у него же должна быть мощь и сила какая-нибудь, да? Вообще получается, что вообще какой-то какуля. Какой был, такой и остался. Так, мы сделали круг. Короче, нам сюда. Нам надо ключ найти еще один. Ага, гады. Отлично. Что-то именно в этом месте где-то лаги какие-то происходят. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Стой! Вон оно чё. Из пушки. Так, одна готова. Сейчас мы вторую захерачим. Вторая готова. Отлично. Теперь легче должно быть. Чё ты там заныкался, этот дурень? Свалился куда-то. Вон, смотри еще. Они какие-то невидимые, или это, блин, или это глюк? Так, ты где там? Ну, куда-то целится. Это внизу. Вон он. Бежал. Да задрал ты бегать там, а? Да я в тебя прицелюсь-то нормально, спокойно. Чё он там? Да-да-да. Смеется что-то там по-инопланетянскому. Так, здесь не пройти, да? Я тоже так могу. Все, сдох. Отлично. А, еще! А это какие-то вообще непонятные, смотри, твари. Вон они, вон они. Ау. Да он здесь не один. Готов. Ну-ка. Смотри на него. Тварь, а? Это новенький, да, ублюдки? Все, готов. Блин, еще. А сколько их? Они здесь бесконечно будут появляться или что? Опять, смотри, сколько их. Ладно. Ладно, чуваки. Мне, короче, надо ключ забрать. Пока вот тут. Носитесь. Я сейчас. Ага, фигушки, как мне его забрать? А, вон, вижу. Выключатель. А, что-то вставить? О, пропуск. Штек. Забрали. Все, отлично, у нас теперь есть все ключи, короче, нам надо просто ввалить обратно. Валим обратно. Все. От этих букашек всех избавились, короче. Они реально на букашек каких-то похожи, да? А эти, помните фильм «Звездный десант»? Вот чем-то они-то похожи, да, были. Только те не исчезали. Вот. Ну что, сохраняемся, дорогие друзья. И на этом будем заканчивать. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Серия такая вот.
Тупо загнали в жопу себя и выгнали из нее, вот. И уже продолжим в следующей серии проходить. С вами был Валерий.